Всем каюк, с тобой Глюк. Мы находимся с тобою в игрушке под названием Nanoshift. Nanoshift. И это, по сути, квест. Квест, в котором нужно найти какие-то отгадки, какие-то проходы, какие-то что-то. Я не знаю до конца, что именно. Так, и мы остановились на том, что нашли две детальки из шести. В трех комнатах мы уже, по-моему, побывали. Или в четырех. Уже я уже потерял, честно говоря, ход. Опа, свет врубил. Офигеть, свет врубился. Ну, наконец-то, блин. Пока мы, короче, их не поставили, свет не врубался. И, блин, это бесило, нереально бесило просто. Потому что ни хрена не видно. Так, а вот эта вот штука... Это что такое? Это нам не надо? А вот это... Чё это? Это лампа, понятно. Так, ладно. Я знаю, что думаю. Так, у нас есть какие-то статуэтки. Какие-то непонятные грёбаные статуэтки. Пять. Они точно сюда вставляются. Я так и думал. Я так и думал. Так. Сколько мы их... Мы их вообще все нашли, вопрос? Четыре. Это какая? Это седьмая. Еще две. А вот две с тобой мы не нашли. Не нашли мы с тобой статуэтки все. Еще две нужно отыскать. Ладно. Ну, это, по крайней мере, уже что-то. Это уже прогресс. Это уже здорово. Еще вот сюда, видимо, какую-то то ли ручку, то ли что-то нужно отыскать, чтобы вставить, чтобы открыть. Может быть, просто найти действительно какую-то ручку. И будет хорошо. Смотри, провод из соседней комнаты идет. Куда он идет? А, вот сюда он идет. Понятно. Откроется следующая комната. Так, куда я вообще уже убежал-то? Так. Давай пойдем в прошлые комнаты, посмотрим, что там. Нам нужны две статуэтки. Это хрень, я так и не понял, что это хрень. Мы что-то соединили эту хрень в молекулу, и чё? И вот чё? Непонятно. Чё это гудит противно? Вот эта штука, что ли? Сдохни, пожалуйста. Чё-то книга какая-то. Опаньки! Ключик. Я помню, что ключик нам нужен будет вот здесь. Вот сюда. Блин, как... Это чё? Часовые диски! Часовые диски. Вот оно. Смотри, первый. А как мне их? А какая разница, как их поставить? Есть разница, не? Эй! Блин, ну он увалился куда-то вот туда. Очень-очень неудобно. Так, сейчас давай вот сюда отойдем. Телепортируемся. Первый. Это первый. А где нумерация-то? Здесь есть нумерация? Тут нет нумерации. Это не они, что ли? Подожди. Нет, он не встает. Ни в один из них не встает, смотри. Сюда, наверное, что-то надо. Это какой-то сейф. А что сюда надо-то? Я вот, смотри. Я вот что заметил. Вот здесь вот сзади, видишь, вот точно такие же контакты, как вот тут. Прямо один в один. Но там что-то не хватает. Но на них, видишь, на них нет циферок. Вообще нету. Опаньки! Это чё? Что это? Смотри, какое хитрожопство-то, а? Блин, ну это мы сейчас, наверное, долго будем проходить. Мне нужно, чтобы они все были зелеными, верно? Я же правильно понял?
вопрос сейчас, как это сделать. Да блин, простая же головоломка, чё в ней сложного-то, ну? Есть, твою мать, наконец-то! Полчаса, наверное, сидел. Всё, заулыбался, зашибись. Всё. И чё теперь, мне то же самое нужно будет сделать со всеми остальными 2 миллиардами этих? Только скажите мне, что здесь другая головоломка, пожалуйста. Нет. А, это просто, ну ладно, это... Подожди, а все нужно сделать зелеными. Они все должны сделаться зелеными. Я уже сел на полу, ты меня в веб-камере не видишь, потому что я уже пипец как устал. Просто я сижу тут, думаю. Нужно сделать полностью ее зелеными. Ну ладно. А синими? А, можно синими. Можно полностью сделать синим. Окей. А, так, ладно, хорошо. Бляха-муха, задачка, ёпта. Ага. Ну так просто, да. Нет, не сюда. Вот так, вот так. Нет, вот так, вот так, вот так. Ха-ха-ха! Слушай, я вроде бы научился. Ладно, 4. 4 из 8. Твою мать, как же это запарно. Ты себе не представляешь. Это жесть просто. Я вообще не ожидал такого дерьма здесь. Я просидел сейчас дохренища времени, дохренища сил потратил просто. Так, ладно, мы вообще искали сраные статуэтки, да? 2 статуэтки, по-моему. Я уже забыл, что искали-то, блин. Они могут быть там. Еще мы ищем вот эти кругляши. Кругляши тоже где-то должны быть. У меня практически, понимаешь, у меня уже практически ничего из предметов не осталось. Вот что странно. То есть я не совсем понимаю, куда мне сейчас идти. Где, кстати, ты вообще? Я в центре комнаты стою или как там? Да, ну примерно плюс-минус. Может быть... О! Так, ну естественно! Естественно, тут же коробки еще есть. Так, это... Это все, это нафиг. Вот он, вот еще он. Ты же ёкала мене, а? Так, подожди, а вот там вот есть что-то? Ну-ка, давай-ка проверим. Ну, точно такая же коробка и не открывается. Это уже немножко странно, потому что... Как бы, какого хрена? Подожди, а тут у нас нету коробок? Вон коробки, смотри. Не, ну они не открываются. Это немножко странно, когда часть коробок открывается, а часть нет, это... На мой взгляд, это не совсем правильно. Ладно, мы нашли один квадратик, одну статуэтку еще. Это уже здорово. Так, вот здесь... Подожди, а тут ничего? Может, тут отверткой что-нибудь открутить, не? Мне прям так и не понял, что эта хрень сделала нам. Может, она что-то сделала, а я не заметил просто. Так, ладно. Давай, знаешь что, давай мы вот... Во! Вот она! Вот она! Все! Найдено! Найдено все! Фух! Жесть! Ну это ключ, головоломка прям жесткая была. Или я просто не в тонусе, не знаю. Окей, электричество подано. Теперь у нас там должно открыться. У нас еще 3 кругляша осталось. Вот эти вот штуки еще остались. Так, тут у нас комната открылась. А, окей, что у нас тут есть? О, слушай, тут... Подожди, а из какой из комнаты мы вошли? С этой, по-моему, да? Ладно. А где я стою-то? Ты меня вообще видишь? А то я сейчас, это, путешественник по комнате, ёпта. Так. Во, вот так. Погнали-ка мы с тобой посмотрим, что здесь и где есть. Воу, комп.
Ну, не комп, а какие-то часы, наверное, да? No input source found. Папочки. Миленько. Котик, фи-фи-фи. Класс. Цветочек, окей. Ладно, я ничего не понял, но пускай будет. E-mail. Эй, путешественник. Ну, я не смогу это прочитать. Ладно, давай мы просто сами сейчас все остальное осмотрим, а сюда вернемся только в, там, в крайнем случае, комнате. Так, это у нас просто подставочка. Это что? Тут ничего нету. Давай стол откроем. Ох-ох-ох-ох-ох, сколько тут всего. Ручки. Просто куча ручек, слушай. Вот это, мне кажется, это чашки для чего-то нужны будут. Что-то какие-то непростые предметы очень. Так-с. Это что? Блин, любая из этих хреней может пригодиться. Так, это ластик. Очень подозрительные предметы, честно. Хотя, может быть, я что-то... Может, я сам слишком подозрительный просто. Так, бумаги, бумаги, бумаги. В огромном... Да, уйди ты отсюда! Я хочу откопать все бумаги. Так, нет, там ничего вообще нет. Ничего интересного. Окей. Степлеры, штампы. Не, ну это... Знаешь что? Оно писалось... Смотри. No input source found. Не найден источник ввода. А как насчет вот этого? Может быть, мы как-то это можем вставить? Ну, куда-нибудь сюда, не? Не может быть такого? Давай сейчас выложим. Может быть, это реально источник ввода какой-нибудь, не? Нет, вряд ли. Ладно, хрен с ним. Хрен с ним, у меня уже просто столько теорий в башке. Так, кругляшок еще один, давай-ка. Запихаем. Так, еще два нашли. А нужно, по-моему, еще один, по-моему, остался, да? Так, тут ничего нету, тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тут бардак навели. Но ничего не нашли. Окей. Ладушки, а ладушки. Тогда мы перейдем вот так. Давай-ка я немножечко телепортируюсь. Вот так вот. Какая-то подозрительная хрень. Октябрь 12 числа. Еще одно радио, еще одна статуя, которой ничего нету. Тут тоже ничего нету. Вот это что? Очень подозрительный цилиндр. И, в принципе, я тут больше ничего не вижу. Так, еще одна дверь будет. Что это? Нет, это никак не переключается. Октябрь 12 числа. Понедельник. Мне кажется, что это какая-то подсказка. Мне кажется, что это какая-то подсказка. Ладно, давай пойдем отсюда пока что. Воу-воу-воу-воу-воу. Где я? Чё это? Ёперный театр. Я уже сам в шоке, блин. Столько всякого барахлища. А можно как-нибудь там... Мне туда нельзя, да? Да, мне туда, видимо, нельзя. Окей. А это что такое? Смотри, тут что-то есть. Какой-то обрывок. Мне кажется, что это тоже неспроста. Ох ты ж, ёкалмены. Так, так. А, нет, неправильно, неправильно, по-моему. А хотя, подожди-ка. А эти какие хитрожопцы, смотри-ка, а. Так, вот так вот. Давай, давай. Оп. И вот так вот. Окей, а что это за дерьмо-то я запустил? Сейчас сделаю бомбу, блин, я сам охренею. Так, окей, листочек, еще один. Смотри, подсказочка.
R1, R2, R3, R4. Тут просто куча всяких. Опаньки, последний. Так, ну здесь у нас... Здесь у нас много чего, смотри-ка. Чё это такое? А, я должен их переставить, я понял. Так это же несложно. Ну смотри, вот так, оп. Один есть. Сейчас вот так вот сделаем. Давай вот этот... Да, вот этот вот сюда. Этот так. Пустить я не могу, да? Ладно. Хорошо. Так. Блин. А, вот этот посередине придется убирать, короче, его. Да не то, что ты возьми. Тут прям позиционирование какое-то не очень приятное. Так. Давай вот это вот сюда. Так, это сюда. И что я сделал? Я не понял, что я сделал. Ладно, вот это вот сюда. Вот так. Отлично, один есть. Один есть, это уже хорошо. Так, теперь этот вот сюда. А это я никуда не запихну, наверное. Ух ты ж, боже ж ты мой, а. Давай вот так, оп. Ага. Ага, сейчас. Нифига себе тут головоломочки-то, а. А, так правильно, тьфу ты. Смотри, вот это сюда, короче, ставим. Все, все, сейчас, сейчас все будет. Вот так, вот так, вот так. А вот эти две просто местами сейчас поменяем и все. Хрен знает, правда, как. Давай вот так вот пока. Все, смотри. Раз и два. Все. Боже, что это башка, что ли, не соображает совсем сегодня. Хорошо, а что я сделал? Ай, ты, блин, слушай, реально бомба. Ты посмотри на это. Да тут какой-то... Так, вот здесь нету этого? Нету какой-то подсказки? Нет, тут вообще другое что-то. Какое-то слово из четырех букв надо будет найти где-то. Без понятия где. А, я понял. Просто нажать в нужный момент. Оп. Готово. Один. Один. Вот он, Один. Давай найдем Один. О. Д и... Один. Готово. Открылось. Жесть какая. Слушай, ладно, все, на этом мы будем заканчивать. Что в этой коробке мы узнаем в следующей серии, мне очень интересно. Поэтому ты ставь лайки, подписывайся, оставляй комментарии, чтобы поскорее увидеть следующую серию. Я просто нереально тут что-то, не знаю, то ли башка не валит над головоломкой. Вроде простые, а что-то запарился немножко. Ладно, бобра тебе, дружище. Добра и бобра.